Всем привет, с вами Тристания, и я рада приветствовать вас у себя в комнатушке. Сегодня мы с вами сделаем вот такие серьги с применением двух текстур. Начнем. Раскатываем пласт белой полимерной глины 2,5 мм толщиной. Прикладываем его к текстуре и прокатываем на пастомашине. Важно! Прокатываем на той же толщине, что и изначально. Разрезаем пласт на две части. Одну откладываем, со второй будем работать. Берем другую текстуру и смазываем ее крахмалом. Прикладываем пласт такой же толщины и вновь прокатываем на пастомашине. Выбираем понравившуюся нам часть на рисунке и врезаем ее. Укладываем вырезанные элементы на основной пласт с текстурой. Разрезаем пласт пополам. Теперь зададим форму будущим сережкам. Для этого воспользуемся гибким лезвием. Фантазируем и на глаз обрезаем. По образу и подобию делаем вторую сережку. Маленькие элементы я затонировала золотой пудрой, а основные – античной бронзой. Тонируем со всех сторон. Крепляем все элементы фимогелем, капаем капельку на основной элемент и прикладываем маленький декор. В таком виде отправляем запекаться при температуре, указанной производителем. После запекания последние этапы – тонировка и лакировка. Золотые элементы тонируем черным акрилом. Убираем все излишки краски влажной салфеткой.
Лаком покрываем с обеих сторон, даем высохнуть, сверлом делаем отверстие, продеваем соединительное колечко, крепим швензы. Готово! Вот какие серьги у нас получились. Они замечательно дополнят ваш вечерний наряд и придадут шарм вашей индивидуальности. Вы смотрели мастер-класс от Тристани? Подписывайтесь на канал, смотрите другие мои мастер-классы, оставляйте комментарии, ставьте лайки. До новых уроков. Пока-пока.